У нас начинается веселье. Ситуация как в Рязани. Сейчас будем разбираться. Очень сильно надеемся, что это свечи. Всем привет, все с кайфом. Тренируемся, балдеем, уже сдули свечки. Все нормально. Мне все нравится. Это самое главное. Жара, просто ёбнешься. Пацана. Так, Леха, короче, мы играем тут на отжиманиях судей. Кто угадает больше всех балл? Я поставил 97. Давай, старичок. Я не отжимаюсь. Здесь по пробке трассы. Я не знаю, как будет считать судьи, но по пробкам... В первой попытке я, когда приехал после заезда, ребятам сказал баллами не говорить. Они такие: хорошо, что, ну так, проехал что-то там туда-сюда, вот. И на вторую попытку выезжая, я на разгоне понял, что у меня буксует сцепление, я не смог нормально разогнаться, поэтому заехал колесом в ногу в зону. Ну а дальше заезд положился хорошо, боком машина держала, трансмиссия держала. Вот едем менять сцепление, которого нет. Пока снимаем коробку. Я очень сильно устал, но завтра будем биться. В любом случае, мне похуй. Нажимай солдатиком. Я тебя, блядь, подожму сейчас. На таком сцеплении мы ехали квалификацию. Чище, чем скажешь. Не походит. Леша, опять все сломал. Бля, это заебало! Ситуация напряженная. Мне 15. Уже так похуй, если честно. Вот у нас сколько сцеплений, тут прям комплектов. Ага. Вот сейчас вот все веселимся. Таймапы в деле. БВТ в деле, короче. Помогает. Помогает бывшему нахуй. Нормально, пацаны, спасибо. В общем. Дед главное. Здесь? Дед главное. Дед. И вот машина с нами. Я, бля, мистер. Симбу хочешь? На цинкуэнья мавадитивава. Да он пустой. Что? Нихуя себе новый. Ты видел, блядь? Димон, да дай ты ему динозавра одного. Да ты посмотри, он сейчас уже плакать будет. Уходь дома, ёбаный. Ты пиво, блядь, не пьешь, нахуй, ебашишь, блядь, целый день, динозавр.